Опять. Вот он. А, поклевка какая. Привет, друзья. Выскочил на рыбалку. Давно не был. Была жара. Сейчас жара ушла. Вчера целый день поливал дождь. Сегодня вот начинается, заканчивается, переменная облачность. Выскочил на карпика, поклевывает, слабенько, но поклевывает. 4 рыбы взял, до 3 килограмм. Шевеление на точке, рыба есть. Вот, пока работают сладкие запахи. Именно сладкий мед, клубника, тюти-фрути, кисло-сладкие, такие вот. Пару пустых поклевок было. В общем, рыбка есть, поклевывает. Пока только карпики. Сосед сзади меня вытащил сейчас амурчик килограмм на 6. У меня рыба на 3 килограмм. Вот маленький. Вот. Одна точка сейчас у меня чуть-чуть закормленная. Другой мне пришлось из-за соседа сместиться. Хорошо закормил, но это пытаемся ловить. Посмотрим, что получится. Что-то есть небольшое, село. Давно не было нормальных поклевок. Тут что-то клюнуло. Не сильно, очень похоже на амурчика. Поклевки небольшого. Такая дерганная поклевка. Дюб-дюб-дюб-дюб. Это что-то есть, бегемот-то. Рыба на точке есть, а брать не хотела. Перебирал. Поставил очередную комплектацию и буквально после заброса, через пару минут, поклевка. И карпик. Небольшой, красивый карпик. Небольшой карпик. Красивый зеркальный малышонок. Вот такой вот тузик небольшой. Опять. Вот он. А, поклевка какая была. Настоящий карповый. Так, это что у нас работало? А, красота какая была. Вот он был. Красота. Здесь в камеру попал, было бы классно. Вау, красиво. Без предварительных ласок. Просто взял и принял. Так, это у нас. А это сработало. Этот. Мед с клубникой. Мед с клубникой сработал. Добрый мальчик, иди к папочке. Я тебя забрал, вдруг ты мой сердечный. Вау, как красиво. Что же? Прикольно. Палочка работает классно.
дыгнет. За нижнюю куку. Амурчик, мамурчик. Амурчик. Он так быстро издался. Дошел. Вот проблема амуров. Он джазу дает только уже возле берега. Там он ничто. Уходит быстро. А тут может и под нос заползти. Мамурчик. Ку-ку.